Вот как решиться родить ребенка, и вот как я буду его одна растить? Вот он же приезжает, да, на самом деле я ему и говорила так, а вдруг ты приедешь, он уже будет ходить, не будет знать, как тебя зовут. Скандалы возникают на второй день, допустим, отпуска. Муж привык к тишине, я привыкла, чтобы у меня был порядок дома. Вот он где-то что-то не так сделал, мне не нравится. Посадить дерево, вырастить сыновей, построить дом, купить машину, продать машину, разобраться, сбить в гость все что угодно, все сама. Мы когда познакомились, мы даже не рассчитывали, что мы так будем расставаться. Вначале, конечно, было очень трудно, я переживала каждый рейс. Руки вообще опускались, потому что одна, на самом деле, трудностей куча у нас жизненных. Там едешь, допустим, колесо спустило, и вот что, а мужа нет, муж в рейсе. Вы знаете, у нас был такой момент грустный очень. То есть я настолько устала быть одна, он уезжал, вот как я вначале говорила, на месяц, на полтора. То есть для меня это было просто ужасно, когда ты, извините, 8 марта, а муж в рейсе. День рождения, Новый год, а его нету. И, честно говоря, я уже подумывала бы и расстаться. Любовь любовью, но все-таки женщине сложно находиться одной. Мы нашли компромисс. Он стал приезжать чаще. То есть он на работе поговорил, ему разрешили ездить через Россию. Ну, естественно, заездом в Беларусь. Все время один и тот же вопрос. Когда уже ты приедешь? Я скучаю. Всегда ответственность только на тебе одной. Всегда принимаешь решение только сама одна. Посадить дерево, вырастить сыновей, построить дом, купить машину, продать машину, разобраться, сбить в гость все что угодно. Все сама. Да, машину я уже 3 продала, и это нормально. Покупала сама, тоже нормально. А самое тяжелое одной – это строить дом. Когда он приезжает из рейса, и почему здесь что-то не сделали, почему там что-то не сделали. Ну, я в первый раз, поэтому я не знала, как точно. Отоплением разобраться, крышу, черепицу, забор, канализацию, и одна разбираться. Теперь я, если я буду следующий дом строить, я знаю все. Самое трудное в статусе жены-дальнобойщика – это, наверное, терпеть одиночество. Вот ты приходишь домой, и ты постоянно один дома. Есть, конечно, подруги, бабушки, дедушки, родственники. Ну, вот эти вот тяготы именно быта, они ложатся исключительно на твои плечи. С унитазом были проблемы, причем часто. Приходилось что-то делать самой, ковыряться в этом. Да, что-то где-то папа мой помогал. Конечно, все жены дальнобойщиков, все, думаю, ревнуют мужей своих. Ну, кому, девушки, кому? Вот просто такие стереотипы у всех сложились, что если муж дальнобойщик, значит, он, ну, понятно, гуляет, где и с кем. У нас с мужем очень доверительные отношения. На самое такое жестокое, это когда все говорят, ну, ты же понимаешь, что мужчины не могут долго быть без женщин? Ну, вот это очень раздражает, честно говоря, что все думают, что все мужчины-дальнобойщики не верны женам. Ну, конечно же, были у нас с ним разговоры. Все-таки я у него спрашивала, ну, все говорят, что мужья-дальнобойщики не изменяют женам. Он говорит, а с кем там изменять? Ты, говорит, их видела? Его нет, что что-то происходит здесь без него. То обязательно у меня есть какие-нибудь поклонники, а обязательно, то есть у меня какие-то тайные переписки есть. Он приезжает, проверяет, успокаивается. Он доверяет, у нас как бы доверие полное, но называется «я проверю». На всякий случай. А вдруг? Мне очень страшно за него отпускать, особенно зимой, когда гололед. Но я настроила себя так, чтобы не волновать ни себя, ни его. Вы знаете, я думаю, что любой муж-дальнобойщик, он вначале никогда не говорит жене, что что-то случилось. И на самом деле это правильно, потому что мы же женщины какие, паникерши. Поэтому он, когда что-то случалось у него на дороге, он мне уже рассказывал потом, через месяц, когда уже все улеглось. Засыпал, допустим, и я, конечно же, говорит, когда я чувствую, что я засыпаю, я лучше остановлюсь. Страхи с дорогой – это самое первое. Только по России
у него могло стрельнуть на дороге колесо. Зима, нужно самому менять, никто, естественно, не остановится, особенно в России. Он никогда не расскажет. Я знаю, что этих историй у него очень много. Поверхностно он может сказать, что там где-то что-то случилось, но я это быстро все исправил. Но его быстро может тянуться и день. Самый трудный момент, который, наверное, у всех случается, когда, допустим, болеют дети, близкие, или бывает так, что уходит очень близкий человек, а его нету. Его мама ушла, когда его не было. Он был в рейсе. Это, наверное, вот самый печальный и самый такой момент грустный для нас всех. Потому что он не мог приехать. Он бы, что бы он ни сделал, хоть на самолете, хоть там оставить машину, груз, он не мог. Мы не сообщали. Получилось так, что он ехал в Европу, и это первый раз, когда он мне звонил каждые полчаса. Как, что, как дела, как дети. А мы никто, ни его сестры, ни я, никто абсолютно не выдавали. В какой-то момент, видно, сестра его не выдержала и расплакалась, и рассказала. Для нас вообще это было очень тяжело, потому что все время я была на телефоне. В такие моменты ты не найдешь никогда слова, что сказать. И поддержать, это нереально. Ты не понимаешь, что человека, может быть, творится внутри, когда он находится один, в другой стране, один на машине, и это переживает. Здесь есть такая, знаете, солидарность хорошая на границах у ребят, когда вот там же коллеги, мы знаем, что там можно стоять очень долго, и по 15 километров, по 20. Когда случается такое горе, либо радостное событие, то всегда пропускают. То есть в этот момент, и когда родился у него сын, его пропустили. То есть там 20 километров была колейка, и они сказали: все, пожалуйста, коллега, проезжай, тебе нужно. Детей, к сожалению, нет, но планируем в ближайшем будущем. Это на самом деле очень сложный момент для любой, думаю, жены дальнобойщика. Вот как решиться родить ребенка и вот как я буду его одна растить. Вот он же приезжает, да, на самом деле я ему и говорила так: а вдруг ты приедешь, он уже будет ходить, не будет знать, как тебя зовут. Так и будет, да. Когда я была первой беременностью, мой муж уезжал в рейс. Я помню, что меня уже в хирургическое отделение отправляли. Я на телефоне ему говорю: все, еду рожать. Он говорит: породишь, позвонишь мне. Все важные события в семье происходят без него. Конечно, ему от этого грустно, и нам от этого очень грустно, но по-другому уже не получается. Когда второго ребенка рожала, здесь мы уже сразу договорились: ты остаешься дома. Все, я рожаю, ты вместе со мной, но дома. Да, он побыл, он увидел второго ребенка, что дети бывают маленькими. Бывают совсем маленькими детьми, не трехмесячные, как первый. А он, допустим, не понимал, что такое памперсы, как кормить, как играть, какие таблетки, что, оказывается, есть врачи. Его надо, и ребенка нужно водить к врачу. Если говорить про детей, нет, дети меня такой судьбы не желают, нет. Пускай они будут программистами, пускай они сидят в каких-нибудь офисах, пускай еще чем-нибудь занимаются. Нет, я не переживу. Если я мужа переживу дальнобойщиков, то двоих детей однозначно нет. Ни под каким соусом нет. У нас есть с мужем ребенок. С рейса она всегда ждет папу домой. То есть папа что-то привезет, папа с ней поиграет, папа чему-то научит. Естественно, я хотела бы, чтобы мой ребенок жил не только с мамой, но и с папой. Вот, но поживем, увидим. Добьемся цели, может быть, получится его отговорить. Ой, собирать мужа в рейс, это вот меня все поддержат, что это ужасно. Потому что мой муж любит домашнюю еду. И представьте, что такое наготовить, допустим, на 7 дней. Это ужасно. Ты, во-первых, сейчас должен подумать, что это. У нас это долгие ночные готовки. От котлет, борщей, блинчиков, салатов четырех видов. Иногда бывает, да, там, бутерброды даже. Но он говорит: я люблю. Он говорит: я люблю, когда ты приготовишь, я открою холодильник и возьму то, что приготовили над тобой с любовью. Но приятно, конечно, льстит.
Ну ладно, я ему даже верю. Наготавливаем, конечно, все свеженькое, желательно на неделю. У мужа в кабине есть холодильник, вот это холодильник будет. Мы готовим ночь, бывает ночь и поутро. Я думала, что когда он уезжает в Европу, это для него какое-то развлечение, потому что это все-таки другие страны, это и море, и горы, и природа. Но потом все-таки поехала я с ним. И когда я увидела, что какой-то адский труд, и в той же Италии выйти в 40-градусную жару и расчехлить этот тент, в жару надо выйти и работать. Это не отдых, это не пойти покупаться, там, позагорать, ну, все-таки Италия. Это надо выйти и разгрузить груз. И сложность еще в том, что ты не можешь остановиться. Вот захочешь, я вот увидела там какое-то красивое место, давай остановимся. Нет, он работает. Я-то на отдыхе, а он-то работает. Мы не можем останавливаться. Первый раз хочу поехать. Получилось так, что ребенка нашли, куда пристроить младшего. Старший у нас уезжает в санаторий. И я сейчас стою на таком распутье. Ехать, либо не ехать. С одной стороны, я очень хочу поехать, потому что рейс такой будет через всю Германию, и я там никогда не была, даже из окна посмотреть. Для меня это будет очень интересно. Вот. Ну, а с другой стороны, думать о том, что, допустим, на границе простоять двое-трое суток, либо на загрузке-выгрузке простоять в промзоне, где до ближайшего города ехать десятки километров бывает даже. Ездила один раз, и то, когда он еще не был дальнобойщиком, а работал просто по России. Вот я с ним ездила в Ярославль. Это жутко, скажу честно. Спать он не спал двое суток, все время в пути, потому что груз нужно было доставить сию же секунду, не минутой позже. Поездка, конечно, запомнится это на всю жизнь. Это тяжелая работа. Да я думала, что это намного проще все. Слышали мы от друзей его, что дальнобой — это приехал на базу, сел в машину, поехал по прямой, едешь, останавливаешься, кушаешь, спишь. То есть все как надо, как живешь обычной жизнью. Ну вот я посмотрела, что это не так, далеко не так. Мужчины-дальнобойщики, они привыкают к этой работе. Конечно же, бывают такие моменты, когда он уходит в отпуск, когда он приезжает продлевать визу. Он побудет дома неделю-две, а потом все-таки начинает скучать по работе. Я прям вижу, что его тянет уже прям поехать. Он начинает общаться бесконечно со своими друзьями-дальнобойщиками. Когда они приезжают, для них мир остановился. То есть он бог-король, он приехал домой, вокруг него должны быть дети, семья, порядок. Не существует ни школы, ни садика, ни работы. Иногда стресс, когда он находится дома, а мы все на работе в школе. И он тогда приезжает так, это целый день один, потом еще один день один, а потом до пятницы целый день один. Когда же вы домой все вернетесь? Это должен быть завтрак, обед, то есть это должно быть всегда рядом. Позвал в соседней комнаты, ты должен прибежать обязательно. И такой, наверное, день, два, три, а потом у них, как я говорю, называется ломка. Им надо срочно в дорогу. Им начинает все раздражать, им не нравится обстановка, погода, все что угодно. Скандалы возникают на второй день, допустим, отпуска. То есть муж привык к тишине. Я привыкла, чтобы у меня был порядок дома. Вот он где-то что-то не так сделал, мне не нравится, потому что привыкаешь жить одной, и у тебя уже свои законы. То есть это стоит здесь, и нигде на другом месте оно быть не может. Пытаешься с мужем разговаривать, муж привык к тишину, у нас дома постоянно ребенок маленький, кричит, прыгает, играет, муж говорит, как ты с ней живешь. На третий-четвертый день это уже устаканивается, мы уже привыкаем быть вместе, то есть, ну, как обычная семья, никакой ломки нету. Муж, наоборот, приезжает домой, первый день, конечно, так себе, но он отсыпается, от него вообще ничего не добиться, а потом он говорит, я бы остался дома.